сцену приглашается основательница Step Зауре Розмат. За все 7 лет, вы знаете, мы много писали о талантливых людях, мы рассказывали о них, и всегда нашей миссией было открывать новые лица. Я хочу сказать спасибо большое от себя и от всей команды. Мы делаем большую историю за счет частных инвестиций своими силами на таком маленьком, но классном рынке. Спасибо. И ничего не бояться, и дерзать, креативить. Проект угнетает. Волшебные миры. Кино может задавать сложные вопросы и поднимать очень важные темы. Режиссера Дархана Толегенова «Братья». Спасибо за нашу любовь. Большое спасибо. Победителем становится проект «Бидмон Клаус». Полина Крутких и основательница Step Зауре Розмат. Бахыт Мувиканова, посмертно. Изита. Очень интересный состав. Номинация IT побеждает. Урбанистика. Все креативные направления арт, музыка, кино смогли собраться здесь, увидеться, что-то обсудить. Я благодарю всех и давайте просто похлопаем, что этот день состоялся. Спасибо! Қасындасың, білемін, айтшы маған.